участники боевых действий, дорогие работники тыла во время войны, дорогие участники партизанского движения, дорогие участники подполья, разведчики, сыны и дочери полка, дети войны, все те, кто сполна вкусил ужас этой страшной, самой страшной за всю историю человечества войны, мы чтим каждого из вас. Мы уважаем великий подвиг всех тех, кто с 41-го до 45-го дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. Всех, кто освободил мир от коричневой чумы. Всех тех, многие из которых сидят здесь в зале. Вот вижу здесь, софиты говорят, Юрий Александрович Грицай, мой преподаватель, мой проректор, снайпер, про которого писала «Красная звезда» в 43-м. И очень многие другие. Вы вырастили нас. И вырастили правильно. Вечный огонь у нас горел, горит и будет гореть. И 9 мая мы будем праздновать с размахом. И у нас в каждом сквере, в каждом парке, в каждом дворце культуры, в каждой школе будет праздноваться великий подвиг тех, кто завоевал мир. А еще мы вам обещаем, что сделаем все. Мы обещали это, вы помните, прошлого 9 мая. Чтобы над головами вашими, ваших детей, ваших внуков, ваших правнуков всегда было мирное небо, и в Николаеве был мир, покой и порядок. Счастья вам! С Днем Великой Победы!